І знову радий вітати всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1». І сьогодні у нашій програмі людина, яку я дуже поважаю, людина, яку я вважаю своїм хрещеним батьком у боксі, людина, яка є історією не тільки українського, російського, але радянського боксу, людина-легенда, президент Ліги професійного боксу України Михайло Михайлович Зав'ялов! Ну і за традицією, яка склалася, вступну промову зробить Аліна. Приветствую всех любителей бокса. Национальная лига профессионального бокса Украины была создана в 1992 году. И изначально, как федерация, функцией были не только функции национальной федерации, но и функции боксерского менеджера, промоутера, организатора. Все это происходило до того момента, когда начали на Украине образовываться уже отдельная структура, отдельный субъект развития профессионального бокса, промоутерские компании. Но до этого успехи боксеров Лиги профессионального бокса радовали не только Украину, но и весь мир. Это успехи Александра Гурова, пятикратного чемпиона Европы по профессиональному боксу. Александр Ветух, который стал первым на Украине чемпионом мира по юниорам по версии WBC. Андрей Синепупов, который стал чемпионом по версии WBO. И многие другие боксеры, которые после того, как стали образовываться промоутерские компании, уже стали выступать под флагами промоутерских компаний, но обязательным органом, который контролирует и в том числе развивает вид спорта, это Лига профессионального бокса Украины, и поговорим, в общем-то, об этом. Дуже радий вас бачити в нашій програмі з Аліною. Скажіть, будь ласка, от спілкуючись з людьми, які мають відношення до аматорського, до професійного боксу, вважають вас людиною-легендою. Як ви відчуваєте себе легендою, таким монстром, динозавром боксу на Україні? Ні, звісно, тому що я завжди говорив, що век живи и век учись. И поэтому чуть только остановишься в своем, как говорится, развитии, все, и в познаниях, то ты уже на мели. Но я хотел бы еще добавить, вот Алина рассказала о становлении Лиги профессионального бокса у нас на Украине. Действительно было и жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был и менеджером, и организатором боев, и искал спонсоров. И бачили вас в кутку-рингу, как и хатмена, и тренера, и ассистента. И тренировал боксеров, и стоял в углу у ринга. Даже был тоже секундантом неоднократно у Алины Шатенко, будучи президентом лиги. Но такое было время. Надо было начинать, надо было как-то это. Здесь я бы еще хотел тоже отметить. Вы отметили, что Саша Гуров стал первым, мы говорили, прорубил окно в Европу, за 25 лет после Ласло Папа стал первым чемпионом Европы среди профессионалов с Украины. Затем уже стал вторым наш же воспитанник Диваков Сергей в драматичном бою в Англии в королевском Альберт-Холле нокаутировал лучшего на то время в мире англичанина. Оливера Спенсера, и тоже стал чемпионом Европы. А затем уже эту эстафету подхватили братья Кличко, правда уже выступая за немецкий клуб. А это наши были доморощенные и выращенные, и тренированные, и выращенные все на Украине. Поэтому, конечно, вот было очень тяжело, но потом было очень нормально и хорошо, когда начали организовываться промоутерские организации, и вот мы уже сейчас подошли к тому, как это действует система профессионального бокса за рубежом. То есть телевидение, какая-то мощная промоутерская организация, какой-то мировой или европейский бренд, плюс промоутеры, которые также вкладывают в подготовку боксеров деньги, их раскрутку. И вот сейчас, на мой взгляд, мы только сейчас пришли к настоящему понятию
и організації професіональних боїв в країні. Тобто вже прийшов той час, коли професійний бокс і робиться вже професійно, бокс цілком професійно. Михайло Михайлович, ваша справа, ми вас бачимо там біля рингу, ви виходите в ринг. Це тільки такі малюткі картинки з вашого життя. А от взагалі, в чому покладається ваша справа, чим ви займаєтеся? Бо організувати поєдинок, ми знаємо, це роблять промоутери. А ось з якого боку тут стоїть професійна ліга? Що, власне кажучи, ви робите, що ви вкладаєте? Ну, ми зараз, так як ми вступили з 92-го року в усі європейські і світові професіональні організації, ми там робимо дуже велику роботу, активно себе проявляємо. Тобто ми присутствуем на заседании рейтинговых комиссий, что это для нас, вот когда мы приезжаем на конгресс или на совещание, для нас все-таки самое главное – это рейтинговые места наших боксеров. Попадают ли они в топ-10 или в топ-15, чтобы у них было продвижение, чтобы у них были лучшие гонорары, чтобы они могли в конце концов осуществить свою мечту стать чемпионами Европы или чемпионами мира. Вот это у нас большая работа. Затем мы доводим до сведения наших промоутеров здесь, наших боксеров о медицинских требованиях, которые ставят перед нами международные организации. Дело в том, что вообще в последнее время к этому делу относятся очень жестко. Это магнитно-резонансная томография головы и гепатит, и тысячи всяких исследований для того, чтобы боксер на ринг вышел здоровым, ну и не дай бог, чтобы это спорт, и спорт большой, и жесткий спорт, чтобы никаких не было сильных травм, и чтобы очень не нанесло здоровью данному боксеру. Это вот такой медицинский контроль. Далее приходят к нам боксеры. Мы детально изучаем, можно ли ему дать лицензию. Смотрим, что он сделал на любительском ринге. Какие бои провел, сколько побед, сколько... Ну, не можем мы давать лицензию, если боксер, как мы говорим, пришел с улицы. Да, где-то боксировал, и мы здесь должны ставить профессиональный бок, где ему могут, ну, грубо говоря, отбить голову. Так, да. Простіше кажучи, прийду я до вас і скажу, Михайло Михайлович, хочу, 45 років, хочу побоксувати, ось гроші, дайте мені ліцензію. Вот это, бывает у нас такие... Но дело не в деньгах. Реально бывает, где мы, ну нельзя оскорбить тоже человека, мы ему мягко, интеллигентно отказываем. Доказываем, что... Чтобы он себя попробовал где-то в суде или в тренерской работе. И так, ну, мягко отказываем ему. Ну, відкриємо таємницю. Власне кажучи, чому я працюю в бок рингу, як суддя, бо в ринг вже не можу вийти і за станом здоров'я, і за повною відсутністю досвіду. Ну, звісно, но как-то є желання, є такий запал, що я хочу. Ну, здесь всему своє время, особливо в профессиональном боксе. И вот я слышал там выступление специалиста любительского бокса. Он говорит, что вот надо после, вот отбоксировал уже, чуть ли не, уже некуда деться, или на пенсию идти, или идешь в профессионалы. Я в корне не согласен с этим, потому что нужно, Олимпиаду нужно отбоксировать за свою страну, в Олимпиаду показать все, на что ты способен, а затем молодым переходить в профессионалы, потому что это нужно 2-3 года только переобучиться. Я всегда привожу пример Владимира Кличка. Будучи чемпионом Олимпийских игр в супертяжелом весе, будучи талантливым боксером, ему около 4 лет потребовалось перестроить себя. Набрать победу в рейтинговых поединках и стать потом самым сильным боксером мира. Это так просто не делается. Пришел, увидел и победил. Поэтому я считаю, что должен быть договор с любительской федерацией бокса. Да,
какого-то боксера, которого, ну, заметили, мы подсказали, промоторы, тренера, специалисты, что из этого боксера может быть и любитель сильный при судействе вот этими кнопки, там, в шлемах и так далее, может и не выйдет. Но на 12 раундов, где его дальше, физически жесткий, хорошее сердце, это хорошо держит удары, что из него можно, как американцы говорят, если сердце хорошее у боксера, дайте, мы его сделаем боксером. И здесь я тоже думаю, что нужно, конечно, нужно как-то промоторским организациям, если они наложили глаз на боксера-любителя, нужно как-то помогать его в становлении как любительского чемпиона, а затем уже, чтобы он переходил в молодом, цветущем возрасте в профессиональный бокс, где бы за 3 года становился настоящим профессионалом и завоевывал вершины профессионального бокса. Пане Михайле, декілька разів був свідками таких розмов панове з аматорського боксу, кажуть, ми ось вкладаємо сили, досвід свій, гроші, фінанси в боксера. Потім приходить професіонал, такий дядечко, який цноту збиває з нашого боксера, веде його там, дає йому гроші. Наскільки ось у вашій долі, у вашому шляху були конфлікти між професійною лігою боксу і аматорською лігою? Ну, у нас, знаєте, коли ми, от створював я, після розвалу Совєтського Союзу, от, ну, ідея така з бувшими боксерами, ми думали, почали створювати лігу професіонального боксу для того, щоб об'єднати усилля боксерів України, для того, чтобы, ну, сделать толчок, хотя мы тоже были новички на стадионе, это было для нас впервые. Правда, я еще, будучи тренером сборной Советского Союза, так получилось, что попал в Испанию, но на меня отправили на изучение опыта, по обмену опыта, тогда это было так называлось, профессиональным боксером, где я 2 месяца работал с профессионалами. Правда, интересно то, что вот я рассказывал всегда, ребята, я пришел в сборную Советского Союза, приехал, тогда главный тренер был, по-моему, или Родоняк, или Киселев, говорю, вот, ну, рассказываю, как там тренировки проводили, как. Он говорит, давай, попробуй провести. Я начал со сборной команды Советского, где они там, например, 40 минут бьют один левый боковой, или 40 минут только там справа. Для наших боксеров это показалось утомительно, они не привыкли к такому ритму работы, и неинтересно. У нас как, ну, как винегрет, там, то все быстренько, раз-два, и то, и другое, и третье, и в конце концов не очень изучаешь то, что нужно. Ну, огромное отличие это между... И вот когда мы начали создавать эту... Чтобы не конфликтовать с любительской федерацией бокса, я пошел по такому пути. Взяли мы боксеров... несколько, 3 человека из Российской Федерации. Это чемпиона мира Хаматова, это финалиста мира и Европы Евгения Судакова в супертяжелом весе и чемпиона России Клокова. И затем я пригласил Дивакова, там Волканова, Гурова, которые как бы уже были, ну, не нужны были для сборной команды. И вот так вот они начали тренироваться, начали выступать, обхватывать все почти города, а области такие, где первые Донецкие, там и в Киеве, везде. И потом в 92-м году у нас состоялась презентация нашей лиги во Дворце спорта, где мы пригласили ведущих, ну, приехал и президент ЕБА. Приехали ведущие судьи, приехали ведущие промоторы. И даже здесь мы проводили, наши бои были такие, ну, как бы, первые 4 раунда. И был здесь проведен бой за звание чемпиона мира во Дворце спорта. Наш батюшка осветил на это. Ну, все было так, переполненный дворец. Это интересно было людям, что такое профессиональный бокс. А мы тоже мало знали, что такое. Учились, проводили, учились, но всем нравилось, всем,
всем это. Были очень много у нас таких помощников, спонсоров, которые хотели проводить. Это был и такой предприниматель Пащенко, царство ему небесное, к сожалению, разбился на машине. И народные депутаты, которые в то время очень нам помогали, как Савченко, Сафронов, Листин. Ну и многие люди, которые нам помогали. Яких ви мали можливість об'єднати навколо себе, навколо ось професійного боксу? Професіонально, і всім нравится. Потому що, от, например, в Дніпропетровську, коли ми проводили перший, у нас став першим чемпіоном міра Андрій Синепупов по версії ВБО, це щось невообразиме було. Весь город жив, ну, этим. Це було перекрите міліцією. После этого нигде. Я только два раза в жизни такое видел. Это когда я в Жданове проводил, живя там и тренирую, когда приехал на Украину в 1966 году, проводил матч СССР США и матч сборная Жданова, сборная Советского Союза, вот так называлось. И там говорили, там, что это он открыл новые Васюки там, и так далее. Но это было такое событие, что ну, до сих пор вот они знают, что весь город жил этим событием. До и него, и после него такого события никогда не было. И, конечно, здесь для Днепропетровска тогда первый чемпионат мира по профессиональному боксу в Днепропетровске. И это там был, ну, как первым боям пел Расторгуев. Там, ну, величайшие артисты были. Ну, тогда это сейчас правильно, как мы начали уже делать, как это делается во всех странах мира. Если ты пришел на бокс, если ты на певца хочешь, бери билет и на певца. Но тогда были такие часы. В то время, чтобы как-то привлечь людей, это мы разбавляли шоу там и знаменитыми артистами, танцевальными там дуэтами, юморинами, ну и так далее. Чтобы, хотя после много потом уже начали люди кричать: хватит артиста, давайте бокс. Мы пришли на бокс. Вот так вот, у нас как бы, ну, начиналось. Конечно, в плане того нашей как бы, ну, подъема, это вот стали последующие выступления братьев Кличко. Это как визитная карточка Украины. И куда бы мы ни приехали, или куда там на каких-то конгрессах, заседаниях, значит, Кличко, Украин, Кличко. И мы, ну, для нас это было очень здорово. Это был такой подъем и бокса, и на признание наших заслуг, хотя наши боксеры тоже, но все-таки это два брата, супертяжелый вес. Не зря, вы знаете, американцы говорят, что две весовые категории есть. Это супертяжелый вес и все остальные. Так что они были как раз представители чемпионов супертяжелой весовой категории. Михайло Михайловичу, одного разу я, частина моєї армійського життя пройшла в Казахстані. І я запросили мене друзі не так давно. Я приїхав і запитав, чим займаюся. Ось є коментатором, працюю на спортивному телеканалі, є суддею в лізі професійного боксу України, де там президент Михайло Михайлович Зав'ялов. Зав'ялов? Передай вітання. Це людина, яка принесла професійний бокс і в Казахстан також. І про це мало хто знає, що ви проводили великий івент, який був справжнім вибухом в Казахстані з професійного боксу. Ну, у мене там, ви знаєте, там, наприклад, Віктор Дем'яненко, він зараз президент Казахстанської федерації боксу, Серік Канакбаєв, це знаменитий боксер. Вони у мене були в групі багато років. В сборной команде Советского Союза, где я с ними работал, секундировал и так далее. Тогда же было так. Я был тренер сборной СССР по Украине, так называлось. Кроме всех боксеров, за которых я отвечал, которые с Украины, ко мне еще прикрепляли боксеров из других республик. Ну, тогда была сборная Советского Союза. И когда мы начали это, они приезжали и помогали, мы выезжали туда. Тоже им становление профессионального бокса. Я рад, что сейчас увидите Демьяненко, сын
занимается уже, вот видите, сын занимается профессиональным боксом, и уже где-то хороший там... Да, он на 12-й позиции в рейтинге ВБЦ. Позиция. Поэтому, день. Конечно, много. Мы даже делали просто, ну не говоря, что сейчас вот в Чечне сделали профессиональный вечер. Мы выезжали в Душанбе, сделали профессиональный вечер. Вот даже, видите, в республику он еще просит, так как у нас уже какой-то опыт есть, вот мы первые начали, первые. И поэтому мы передаем как бы свой опыт. Все эти разумные, добрые вещи, да, не только на Украине, а и в инших краинах. Ну вот, Михаил Михайлович, расскажите, а вот государство-то принимает участие в этом процессе, помогает? Есть ли какое-то взаимодействие между Министерством семьи, молодежи и спорта и Лигой профессионального бокса? Я только всегда молю, чтобы не мешали. Не мешали. Вот. А, ну, помогать, ну что, вот, вот этим я считаю и помощь, чтобы, ну, как бы не вставляли палки в колеса. У нас все, я тоже это к ним с хорошим таким, ну, чувством отношусь, потому что мы все были подписаны документы и с Министерством спорта, и с Федерацией любительского бокса, чтобы, ну, чтобы у нас расчёрцано на все взаимодействие. И так далее. Но статус национальной федерации не дается просто. И статус, да, мы, вы знаете, на протяжении, значит, вот там с 92 года мы каждые 4 года на конкурсной основе как боремся и так далее. Вот уже с 92 года мы все время получаем статус национальной федерации. Что это такое? Это право дает лицензии, утверждение судей, разрешение на проведение турниров мы проверяем и представление нашей Родины за рубежом во всех профессиональных организациях. Многие пытались, боролись, очень сильные там это соперники, но вот я тоже благодарен Министерству спорта, которое делает свое резюме последнее, то, что ну, по всем документам, по всем этим и как-то выбирала всегда нашу лигу профессионального бокса, считая, что мы достойно представляем нашу Украину. Ну, это результаты, это очень, результаты очень... можно побачить. Хотя до этого все письма в Министерство спорта были также посланы всеми президентами, начиная с Мартини, это Сулейманом, там, ну, всеми президентами ведущих профессиональных организаций, в том, что мы выполняем конституцию той организации, мы готовим хороших боксеров, мы проводим хорошие турниры, ну, и являемся как одной из ведущих профессиональной организации, не говоря уже о Европе и в мире. Пане Михайло Михайлович, таке питання. Ну, від таких оптимістичних питань перейдемо до трохи песимістичних. Перше питання, яке того конфлікту, який зараз існує між не те, що між промоутерськими компаніями, а між власниками промоутерської компанії K2IS Promotion Віталієм Кличко і Вадимом Бухкаловим. З Аліною ми, розслідуючи цю тему, постійно стикалися з питанням, що будь-то з боку Вадима Бухкалова, будь-то з боку Віталія Кличка, за вас йшла справжня бійка. Кожен хотів, щоб Ліга професійного боксу України, а ще краще і президент Ліги професійного боксу України, пан Зав'ялов, підтримали ту або іншу сторону. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до цього конфлікту? І з якого боку ви на це спостерігаєте? Ну, во-первых, мені, коли я узнав об этом конфлікті і как бы розпаді, мені, конечно, було жалко, потому що була мощнейшая профессиональная такая организация, которую много вложил Вадим Бухкалов. Вот, ну, мы в свое время на его голову или на его беду или счастье, мы пришли и уговорили его заняться профессиональным боксом. После нашего разговора, ну, правда, я ему ничего такого, я ему еще тогда, много лет назад, говорю, что будут и предательства, будут и это.
будут всякие. Вот это очень тяжело, если ты это. Но зато тебя тоже будут бизнесмены таких сотни, но тебя будут знать, если хорошие будут боксеры, тебя будут знать как промоутер, ты будешь встречаться там за рубежом и решать свои какие-то вопросы бизнеса. И ты будешь такой политический человеком будешь. Но действительно это так стало, потому что он такой, он хороший, добрый человек. И он начал уже вот входить в это. Он ездил с нами на конгрессах, мы знакомили его со всеми ведущими промоутерами, менеджерами. Он впитывал себя как губка и действительно заработал хорошо его промоутерская организация. Затем, но он видел, что он-то вкладывал деньги в организацию замечательных боев, замечательных турниров, как бы свои деньги, а ведь профессиональный бокс должен зарабатывать. Да? Вот. Поэтому у него созрела мысль, вот, и он обратился к братьям Кличко, у которых было имя, у которых был замечательный имидж, у которого знал весь профессиональный бокс мира. И, но не договорились, я же не присутствовал при этом. Ну, и мы были тогда все рады, и присутствовали, сфотографировались, и где-то в журнале даже есть. Так, где, народ же, да, у вас где, вся компания. Да, да, где подписываем, где всем живем, все были счастливы, довольны, и компания заработала так, как не заработала, может, ни одна компания последних лет даже в мире. Это же надо было за 2 года провести 20 турниров на территории Украины и один турнир на территории Чечни. Ну, замечательные турниры все провели. Это же и хорошо, что они за эти турниры получили, что у них был, договорились и подписали договор с брендом Немировым и с ведущим телекомпанией Интером. И получилось, что имя Кличко, боксеры, которые готовились у Вадима Букалова, объединились и стали получать и работать так, как работают все ведущие промоутерские организации. Все были счастливы, все были... Ну, и тут ось-то бина. И вдруг здесь мы узнаем, значит, это. Может быть, я... потому что мы получили письма от той и другой... компании, где нам было написано, что просим считать, значит, этих боксеров нашими, просим считать этих боксеров нашими, ну и так далее. Мы сказали, что в этом, это, конечно, я тому и другому, мы бы хотели, чтобы было все как прежде, чтобы там помирились, но это ваши дела, ваш бизнес, куда мы не входим, мы только можем, чисто по-человечески советовать. Ну, а в отношении этого мы должны подходить чисто юридически. И вот юридически нам представили, значит, боксеры, этот Букалов представил копии контрактов одни, которые там до 2000, одни кончаются договор в 2009 году, а вторые как бы продление 2012 года. Представили нам генеральный менеджер Красюк Александр, представил нам также контракты. Но здесь получается так, что тот контракт, который был продлен до 2012 года, отдельный дополнительный контракт, который был разорван в конце 2009 года, где печати стоят, где росписи боксеров, там эти и так далее. И получился, что он разорван. Может быть, Вадим не вникал в эти... Ну так, госправами переважно занимался Александр Красюк. Да, в эти. Но представленные документы от К2 теперь, от К2 Украина, да, называется? Не, K2, K2 Promotions, как мы вызначили. K2, значит... были правильные и юридически обоснованы, что мы поэтому на основании этого даем сейчас лицензии этим боксерам, потому что мы каждый год продлеваем и даем новые... Ну, лицензия на ринг выдается. Да, на ринг. И
разрешение на проведение боя, турнира, извиняюсь, который будет 24 апреля во дворце спорта. Теперь, если Вадим Борисович посчитает, что это как-то там неправильно, нарушил его какие-то права, это уже суды должны, но не мы. Нам, если суд постановит, что вот так и так, мы будем прислушиваться чисто юридического... Кто-то, чтобы визначитися. Михайло Михайлович Зав'ялов, являючись президентом Ліги професійного боксу України, сам не приймає рішення. Він виносить дозвіл на рішенні суду. Не он виносить, а виносять промоторські організації. Власне кажучи, що ви тільки ви можете дати ліцензію боксеру, як на дозвіл проводити бій під цим промоутером, якщо є всі юридичні підстави виконані. І мені предоставили, ще я це не договорив, мені представили всі промоторські менеджерські контракти, підписані 01.2010 годом всіх боксерів, які перейшли в К2. Михаил Михайлович, если я правильно поняла, то вот изначально, да, подписанные контракты между K2 East Promotion и боксерами, было какое-то дополнительное соглашение, о том, что этот контракт по взаимному согласию боксера и промоутера заканчивает свое действие до конца 2009 года. Совершенно. И получается, что с 1 января боксеры были абсолютно свободными и имели право выбирать любые предложения, все которые правильно. Были. И вот на основании вот этих документов вот мы разложили, и получается, я и Вадим Борисовичу показал все, говорю, вот что я не могу не дать. Ну если есть юридическая подстава, все есть. Просто... Если вы считаете, что кто-то как печать там, я не могу это, все это. Правильно это? Иди до суда. И совершенно верно. Михаил Михайлович, а какое вот, если было к вам обращение, какое вообще отношение у международных организаций к тому, что произошло? И, естественно, у различных мировых промоутеров есть определенные предложения для наших боксеров. Как сейчас вот решается эта ситуация, если, допустим, Вадим Бухкалов отправляет письмо, что этот боксер со мной на контракте, Александр Красюк уже как представитель другой промоторской компании отправляет какие-то бумаги. Да, я понял. Вот сейчас последний пример. Поступило письмо на Национальную лигу профессионального бокса от ВБА, Всемирной боксерской ассоциации, о чемпионском бою между претендентом Вячеславом Узелковым и Эда Шуменовым, казахским боксером, который тоже там у него и тренер, по-моему, и промотор уже американец. И вот представляете, что разъясните нам ситуацию, потому что по проведению, что у них до, по-моему, 20 апреля должны закончиться торги. И чтобы в Лас-Вегасе, это предварительно все, где-то в июне месяце уже провести, время-то идет, и надо же торги, И вот такую, и нам президент написал письмо, разъясните, потому что к нам обратились Бухкалов, промотор, и обратилась Красюк, кто должен заниматься этим делом. Так, с кем им повинні мати справу? Потому что дело стоит, и так, они же могут, в конце концов, пока вы спорите, вообще Узелкова убрать и поставить на защиту какого-то другого. Поки пани там будут чубитися, Узелков будет страдать. Совершенно верно, как пани дерутся, а эти, Узелков будет виноват. Вот. Мы разобрали все, мы написали письмо точно такое же, как я вам рассказал, что это, при это написали так, что были представлены такие-то, такого-то, такого-то. Это там расторгли то-то по пунктам, поэтому и отослали туда, чтобы сейчас право на Узелкова и вести переговоры в отношении проведения чемпионского боя у Олександра Красюка. Вот так вот. Тобто генеральний менеджер. У цьому
у цьому спорі, так, у цій дискусії, не дуже такі приємні для професійного боксу України, Ліга професійного боксу і ви особисто виступили такою роз'яснювальною стороною, чи таким суддею, який сказав, що ось ти правий, ти не правий? Ким ви себе вважаєте? Ну, це, знаєте, так, це дійсно, от як ви... Михайлович, всі вважають, що як Михайло Михайлович скаже, так і буде. Ні, от ви здесь правильно говорите, много я не вдавався. От як ви правильно говорите, от якби сиділи, ну, з двох сторон, і там я би в сторонці, вислушав їх це, тому що... Как там? Почему? Кто-то один там говорит, что вот один там обанкротился. У каждого своя версия. Своя правда. Вот, правильно говорит. Своя правда. Поэтому очень трудно. Очень трудно. Конечно, я бы, например, вот в данной даже ситуации, когда уже, наверное, не помирили, было бы очень здорово, чтобы заработало две промоутерские организации. Так, чтобы, же такая да, конкуренция. Чтобы больше боксеров было. Чтобы боксеры там, например, 10 человек выступали боксеры, здесь там 5-6 человек пребывали. Конкуренцию, конечно. Разве плохо, что сейчас там элит-боксинг начал, там уже 7, по-моему, боев они турниров сделали. Сейчас первый чемпионский бой для Валентина Куца. Здорово это все. Разве плохо, как работает Union Box промоушен в Донецке, это любо дорого, сколько проводят чемпионских боев, сколько, на каком высочайшем уровне, здорово. И вот это, если вот такие промоутерские организации высочайшего профессионального класса, это только будет здорово для развития профессионального бокса. И за счет вот этих промоутерских организаций, ну и за счет нашего вложения, нас везде в мире стали знать. Вот. Я вот так от. Михайло Михайлович, ну а як ви вважаєте, ось такий конфлікт, ну, не зашкодить ось розвитку професійного боксу? Якщо бути відвертим, навряд чи Вадим Букалов може повторити той успіх, війти в річку двічі, в ту саму ж воду. Бо боксерів у нього так нібито вже і немає. Ну так, ну, боксери, якщо, ви знаєте, якщо буде... как-то какие-то средства. Ведь не зря говорят, так я всегда это мне, кто-то из этих американских промоутеров тогда, если не Дон Кинг когда-то еще говорил, что если ты богатый, занимайся профессиональным боксом. Если не очень, занимайся, ну, любительским, детским боксом. Если будут средства, если будут это, ну, это надо же вкладывать в боксеров, это надо вести это. Ну, это вы знаете, это очень тяжелая денежная работа. Если это будет, и у него опять, ну, как возродится, боксеры будут всегда. Будет очень здорово. Я только от всей души хочу, чтобы и Вадим Букалов заработал, хочу огромных успехов братьям Кличко, не только когда они выступают на ринге, завоевывают чемпионские звания, но и вносят вклад в развитие украинского профессионального бокса. Тобто краще зрозуміти у ринзі, хто сильніший, аніж це з'ясувати в судах. Михайло Михайлович, ще одне питання. Ми багато з вами розмовляли на темат статусу чемпіона України. Чому я ось постійно порушую це питання? Якось проводили поєдинки і National Boxing Promotion, і потім K2East Promotion. І коли представляють суперника наших боксерів, кажуть, там чемпіон Домініканської Республіки, або чемпіон Латинської Америки, або чемпіон Венесуели. І мені так дуже прикро, що про наших боксерів ніяк не можуть сказати чемпіон України. І ми там на конгресах, які там Ліги професійного боксу України, які щорічно ви проводите, і ми приймаємо задоволенням участь, постійно піднімається це питання. Але ми не бачили поєдинків за титул чемпіона України. Ви знаєте, як нас, можна змінити цю ситуацію? Я Михайло повністю, і ми дуже боліємо за це. Ну, це теж від промоутерів залежить. От ми вчора закінчили, у нас виїзне заседание Лиги профессионального бокса в Донецке было. Мы тоже там обратились с этим вопросом. Ребята, ну давайте, чтобы поднимем престиж звания чемпиона Украины. Давайте проводить чемпионат. Ну вот, например, Рубен, правильно, он как со своей точки зрения. Говорит, вы поймите, мы вот
нам надо вкладывать деньги на проведение чемпионата. А вот нужно добиться, чтобы хотя бы в Европе чемпион Украины, ну, шел хотя бы на несколько это, в рейтинг. Вот. Будем мы добиваться, но это очень... Ну, це співпраця промоутера да, і професійної да, ліги, власне вот. Кажучи, але якось це треба починати, що хтось повинен зробити цей вот крок. Он как бы, вот первое это пообещал, что проведет бой за звание чемпиона Украины. Ну, дай Боже. Так, дай Боже. Мы попросим тоже и это, компанию братьев Кличко, тоже с выйдем. Они это понимают, они профессионалы, они понимают, что бой за звание страны, это нужно делать среди профессионалов. И как-то и поднимать его, делать красивый пояс, это, и чтобы масс-медиа уделяло не только чемпиону там, например, Европы, а может быть не в меньшей степени чемпиону Украины. Михайло Михайлович, еще одно питание. Якось до мене звернувся один з наших фанів, які переглядають поєдинки на наших каналах спорт, і з таким питанням. Ось як я розумію, що я не можу стати суддею, я не можу стати там боксером, але я хочу займатися менеджментом, я хочу займатися, може, організацією поєдинків. Скажіть, будь ласка, куди їх, ось я не знав, що відповісти. То можно на вас их доправлять? Если есть такие у вас люди, которые имеют возможность заниматься менеджерством, заниматься как-то поиском боксера и продвижением их, мы полностью со всей душой, вот прямо заявляя, поможем, потому что для нас это очень интересно, очень это здорово, в плане, чтобы какие-то даже боксеры еще начинающие среднего класса тоже не были оставлены в стороне. Потому что все-таки ведь стараются... Промоутеры такие стараются вкладывать деньги и делать для единичных боксеров высшего мастерства. Вот. А может быть эти через несколько боев, как вот такой же менеджер найдет, может они тоже забоксируют. То есть вы завжди готовы дать шанс людям? Да, конечно. Люди конечно. Вам могут дать шанс, не ховайтесь от этого шанса. Пожалуйста, пожалуйста. Ну и вот мы сегодня почули правду, яка у кожного є своєю. І час дати істину. На сьогоднішній день Ліга професійного боксу є органом, який доглядає за професійним боксом на Україні, регулює правила проведення професійних боксерських поєдинків, видає ліцензії, ну і контролює як самих боксерів з медичної, там і професійної. Судді. Навіть врачебний контроль, все-все це как бы під нашим. Ми назначаємо головного суддю. Ми, хоча це посилаємо і смотримо прохождення медичного контролю, согласно требованням теж мирових і європейських організацій. Михайло Михайлович, наскільки на сьогоднішній день Ліга професійного боксу може захистити інтереси не стільки промоутерів, скільки боксерів. Бо промоутер або заробив гроші, або не заробив. А боксера треба захищати, йому треба допомогти. Ми теж будемо, і як би, все время була практика, коли заключає контракт, я ставлю печать і розпис, як гарант, ну, цього. От зараз. І тому, звісно, ми будемо, ну, захищати права и интересы, но это надо, конечно, чтобы как за рубежом у каждого юрист, у боксера, у каждого это там четко выполняет законы, может быть, и мы добьемся. Сейчас это все, кстати, ну как можно в зачаточном состоянии. Михаил Михайлович, а скажите, пожалуйста, вот на этот год какие планы у лиги, если говорить о такой на международной арене? Вот интересно то, что почему мы и позавчера, или вчера, это вчера. Вчера мы только вернулись из Донецка, проводили выездное заседание Лиги профессионального бокса. Куда съехались тренеры, куда съехались ведущие промоутеры все. Вот. И мы там обсуждали очень много вопросов. Но один из главных вопросов, где нас тоже упрекали это, что посмотрите, какая мы сильная это, профессиональная организация, там, в тройке в мире, в тройке в Европе, среди там ста этих всяких профессиональных организаций, а нашего
представителя в совете директоров, в совете там, ну, этих организаций нету. И в этом году, 12 июня, в Мадриде, в Испании, будет проходить очередной отчетно-перевыборный конгресс Европейского боксерского союза, куда съедутся 39 федераций, 39 представителей стран. Мы сейчас и выдвигаем, так как мы мощнейшая организация, выдвигаем своего представителя, который был бы в совете директоров, который контролировал и рейтинговую комиссию там, и помогал нашей стране не нам, чтобы бумажки присылали, а чтобы сама участвовала в разработке. В том же даже, может быть, то, что чемпион Украины, сильнейшая держава, входит там 10-м в рейтинг. То я попереду, хотя бы да, на крок. Да. И вот. И единогласным, значит, было решением всех присущих делегатов избрали вот Алину Шатерникову, заслуженного мастера спорта, чемпионку мира Европы, вице-президента нашей лиги. Ну, это не говорит о том, будет борьба. Нас, как всегда, не ждут в Европе, знаете. Ну так, дуже ласочный моточок. Да. Ну, ласочка это. Мы направили документы. Ну, не направили еще, вот, потому что сегодня только приехали. Значит, сегодня-завтра направим, что у нас состоялся такой наш конгресс, где мы выдвинули своего представителя, чтобы ее занесли в списках, и там уже будем голосовать. У нас большое количество. Если у многих там прибалтийских таких республик, там тоже у Казахстана 1-2 голоса, то у нас 18 голосов. Это мы стоим там с Англией, Германией и это, Италией. Дякуючи Богу, да. Хоч тут мы якось на рівно стоїмо да. З тими країнами. Ну і там, конечно, там тоже свои эти течения, кто кого протолкнуть. Потому что вот возьмите в совет директоров там, там из Нидерландов, там из Болгарии, из тех этих стран, где нету профессионального. Або він взагалі заборонений. Да. Вот такой парадокс получается. Мы поедем, мы будем бороться. Я думаю. И обовязково перемагати, Михайло Михайлович. Да. И чтобы мы победили в этом плане. Это даст еще толчок и стимул для развития профессионального бокса у нас в стране. Сьогодні у програмі «Ринсайт. Своя правда» була людина-легенда, людина-історія боксу. Михайло Михайлович, воно так і є. Моя думка, що воно так і є. Президент Ліги професійного боксу України Михайло Михайлович Зав'ялов. І зрозумієте ще одну істину. Ліга професійного боксу не тільки наглядає, карає, дозволяє, дещо перешкоджає, якщо немає підстав, для того, щоб хтось займався своєю справою, але й готова захищати як своїх боксерів, своїх промоутерів, так і вас, наших телеглядачів. Здоров'я вам, щастя, тримайте будь-який удар, як у ринзі, так і поза ним. Аліна Шатерникова, Михайло Михайлович Зав'ялов. Спасибо, до свидання. На все добре.